Вчера так получилось, что мы ехали на эвакуационный поезд на 11 часов. И буквально за 3 минуты наше такси опоздало, не приехало. Мы поехали другим такси и приехали через 3 минуты после взрыва. Видели горящие машины, ракету, которая лежала на этом самом, тоже горела. И люди разбегались во все стороны. Это вчера в Краматорске нельзя было ехать поездом. Мы приехали автобусом с Краматорска в Днепропетровск, а оттуда приехали поездом на Львов. Да, мы приехали через несколько минут после взрыва. Если бы поехали бы такси, которое не приехало, то как раз были в самом эпицентре этого взрыва. Там где-то что было очень людей, и мы до этого за день хотели уехать. Там находилось большое количество людей. То есть перед вокзалом, может быть, 1000–2000. И это в вокзале, большое количество, и на перронах. Такой очень страшная история.